Если не мы, а кто еще? Так супруг Тимур объяснил жене Алсу свое решение. Год назад он заключил контракт с Минобороны. Для нее это не стало неожиданностью. Я приняла решение спокойно, потому что у меня, у мужа, у Тимура есть лидерские качества, смелость и уверенность. И когда он мне сказал, что собирается подписывать контракт, была я как-то спокойно к этому отнеслась. Пара познакомилась в соцсетях. Вместе уже 12 лет. Растут две дочери. Купили в ипотеку дом в частном секторе. Оставался долг 1,5 миллиона рублей. Помогли выплаты. Закрыли мы, получается, ипотеку. Закрыли кредит, автокредит. Поддержка хорошая от государства идет. Все, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля, получат 700 тысяч рублей. С учетом мер поддержки городов, районов и предприятий, сумма может достигать миллиона. Военнослужащие в зоне боевых действий получают 210 тысяч рублей ежемесячно. За особые достижения – дополнительные вознаграждения. Контрактником от республики может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 64 лет, в том числе из других регионов. Лина Зинатульна, Елена Бауэр, Антон Николаев, ТНВ, Альметьевск.